Друзья, сижу на одной из самых высоких крыш Венеции. Да, есть еще одна выше, а это вторая по высоте веранда на крыше Венеции. Вторая по высоте, с которой видно весь город, одни крыши. Оно, конечно, тоже интересно и тоже чудесно. Чудесный вид, надо сказать. Но когда ты смотришь с высоты этих крыш, ты понимаешь, что не все так однозначно однородно. Старинные здания, но якобы старинные, они выпирают, вопиюще выпирают своей, не могу сказать несостоятельностью, а диссонансом. Наверное, так необходимо сказать, диссонансом. Очень много куполов, очень много, ну, собор святого, на площади Святого Марка, да, можно посмотреть. Что еще у нас? Много очень башен, которые в России называли башни. Около, скажем, каждого храма стояли такие башни, где были колокольни. Здесь тоже колокольни, вероятно, для каких-то целей своих, предупреждать город. Но если сказать, что они стоят вокруг центра, то не знаю, какой город они собрались предупреждать. Городишко-то маленький. Если звонит в одном месте, то везде тоже слышно. Так вот, диссонанс-то в чем? Эти башни стоят. Некоторые похожи на кремлевские башни, кстати. Я вам говорила в предыдущем ролике о том, что заборы, кремлевские заборы с этими лепесточками, языками или зубьями, да, зубчики, они идентичны итальянским, которые вот вокруг меня. Еще будет в Вероне, там посмотрим, друзья, как это будет все выглядеть, если я эти зубчики увижу вблизи, потому что я уже забыла, в каком отеле я была там 30 лет назад. А сейчас хочу вам сказать, что покажу сейчас. Вот сзади камеры у меня одна из башен. Одна из башен. Давайте посмотрим. Вот эта башня, смотрите. Вы видите, да, длинная нога у башни. Многоэтажность наблюдается. Вверху подвешенные колокола, в которые бьют. Причем колокола не такие уж огромные. В России любили такие слишком-слишком огромные, но это уже были современные, не старинные. Старинных не осталось. Старинные все пустили на пушки, на тачанки, продавали металл за границу большевики, вновь испеченные тогда. Так вот здесь тоже есть, смотрите, колокола, когда вы видите, да, это мы сейчас находимся на террасе, на веранде, где я живу. А вверху, вы заметили диссонанс? Это крест. Крест – абсолютно диссонанс в архитектуре данной башни. Абсолютный диссонанс. Это не то, что безвкусица, это то, что невозможно поставить вот туда, на эту луковку. На этой луковке, которой заканчивается, собственно, башня, не должно стоять такой вот, я не знаю, как это назвать. Я бы назвала, но люди не готовы еще слушать те мои речи правдивые, да? Правда, она не настолько сладка и приятна, как говорил Христос в «Мастере и Маргарите». Помните, да? Беседуя с тем, кто в белом плаще, подбитым пурпурным или в пурпурном плаще, подбитым белым мехом, да? Еще раз скажу вам о диссонансе. Давайте смотреть другую башню. Ну, вот это другая башня, видите? Другая башня заканчивается шаром, как и должно быть. А сверху прилеплен худенький крестик. А вы заметили, что на многих итальянских картинах эпохи Возрождения крестики тоже пририсованы. Мадонна дает цветок младенцу. Цветок – символ жизни. Они убирают цветок и вместо цветка на замазанное место рисуют тоненький крестик.
но причем с длинной ручкой такая, палка-то длинная, да? Это тоже подделки. Везде, где на старинных картинах вы видите Мадонну с младенцем, дающим крест, или кто-нибудь там из... Те, кто является якобы святым, тоже с крестом, с палочкой в руках, это все, друзья, ложные понятия, это подрисовки, это подтасовка фактов, это обычные подрисовки. Так вот здесь луковица заканчивается шаром, это гармония. Посмотрите на всю архитектуру, и вы поймете, да? Кстати, я покажу вам еще немножечко, там есть... часы. Посмотрите. А вы помните, что на Кремлевской башне тоже часы? Так это кто первее? Где курица, а где яйцо? Кто первее? Да? Давайте посмотрим еще одну башню. Вот там стоит башня еще одна. И там тоже такой же крест, как мне кажется. Да? Нелепая. Это нелепое сооружение. Вот там следующая башня. Да? И то же самое. Они на самом деле очень нелепое сооружение. Но их много, видите. Они стоят по всему кругу, по периметру. Ну вот еще смотрите, какие здания. Была стена чего-то, видите. Довольно красивый портал. А, непонятно что. Да, вот видите, там еще терраса, которая тоже является, вот она, вероятно, есть выше нашей террасы, ну, наверное, чуть-чуть повыше, да, очень прилично. Та терраса, где елки растут у них. Дальше мы идем вот сюда, то, что уже ближе ко мне. Смотрите, ближе ко мне, это вот, опять-таки, по идее, это продолжение основания. Основание у нас вот там, и тоже также видите часы, часы только другого типа, часы солнца и луна в обрамлении, и сняты какие-то вещи, сняты, я думаю, что здесь были совсем другие вещи, по-другому была башня украшена, но теперь уже все сняли. А вот теперь смотрите, видите, вот в принципе вот такой должен быть, окончание таким должно быть у этой башни. А дальше может быть круг, да, шар вернее. А вместо шара мы что видим? Вуаля, опять нелепый крест. Это, да, это наша с вами жизнь. Ну, еще вот один, смотрите, здесь купол заканчивается звездой. Это может быть, да, это уже не нелепость. Это так, как заканчивали купол. Видите, здесь вполне себе законченная архитектурная целостность. Шар, опять-таки шар. Это те этого стали говорить, что наша Земля шар. Нет, наша Земля не шар. Но вот что шар означает, друзья, об этом мы с вами позже поговорим. Но шар заканчивается звездой. Теперь возвращаемся еще раз. Это я вам для того, чтобы было наглядно понятно, показываю еще раз, но другое. Это все, что у меня вокруг балкона. Смотрите, такой же купол с башенкой наверху. Не знаю, возможно, там были колокола, но башенка наверху. А что на башенке? На башенке наконечник. В принципе, тоже логично, что заканчивается наконечником. Но там опять чудовищно нелепый крест. То есть попытались повторить звезду, то, что я показывала прежде вам, да? Но оно не получилось, а получился нелепый крест. Вот вам и вся архитектура. Подделка, мошенничество современников, чтобы указать нам на древность христианства. 12 ноября 2024 года.